Егор Назаров. Мои братья-десантники, я хочу вас поздравить с этим прекрасным днем, с днем ВДВ. Я хочу вас поблагодарить за то, что над нашей головой мирное небо. И то, что когда мы спим, мы можем знать, что вы нас в любой ситуации прикроете. Поздравляю вас с днем ВДВ! Такие отец-десантник, что летят прямо с неба вниз, как в той песне про одуванчики. Скажи, отец, про небо синее, про берет голубой расскажи, про волнение сильное при подъеме на борт земли. Расскажи про армейскую службу, где ты был и что выполнял, про десантную братскую дружбу, и своих никто не бросал. Ты скажи, вы, наверное, как в фильмах, побеждали всегда и везде. Вам же нет задач непосильных, вы элита ВВДВ. Но в ответ одно лишь молчание. Тихо снимешь берет с головы. Принесутся воспоминания. На лент армейские дни. Станут в ряд армейские лиц. И те, кто навеки покинул ваш строй. И тот день, где нельзя ошибиться, когда мина лежит под землей. Принесут в глаза те 2 года, хоть за 40 тебе уже лет. И те дни, что в разлуке от дома, никогда не забудутся, нет. Я знаю, отец, не расскажешь, и не нужно об этом просить. Только ты с гвардейцами знаешь, что такое в десанте служить.